Добрый день, я учитель начальных классов Альшивской средней общеобразовательной школы Пуинского муниципального района Республики Татарстан Гафурова Гузелия Рустамовна. Я являюсь классным руководителем второго класса. Учить детей, примером им служить, быть с ними весь вместе, радости в ненастье, всем сердцем, всей душой их любить. Вот такое учительское счастье. Говорят, счастлив тот, кого судьба привела к тому, что предназначен ему природой, то есть к любимому делу. Я могу с уверенностью сказать, что я счастливый человек, потому люблю свою профессию, профессию учителя. Быть учителем – великая честь и огромная ответственность для меня. На протяжении 29 лет моя жизнь тесно связана со школой. В работе каждого учителя есть трудная, но очень важная миссия – быть классным руководителем. Классный руководитель – это человек, который должен уметь все – быть отличным психологом, воспитателем, учителем, организатором и даже второй мамой. Мое педагогическое кредо – в каждом ребенке есть своя изюминка. Учителю необходимо разглядеть ее и создать все условия для развития индивидуальности каждого ученика. Я твердо верю в силу воспитания, которое складывается из очень простых компонентов – уважения и любви к детям, силы личного примера, справедливости, способности прощать ребенка. Главная цель моей работы – воспитание ученика как личности. И в это понятие я вкладываю духовное богатство, широкое мировоззрение – эрудицию, высокую нравственность, общительность, способность влиять на решения и деятельность коллектива. Залогом успешной воспитательной деятельности с учащимися является сотрудничество класса руководителя с родителями. Ведь семья всегда оказывает одно из главных влияний на ребенка, на процесс его развития, формирование его нравственных поведенческих качеств и ценностей. Только в доброжелательном союзе с родителями, когда существует взаимопонимание и поддержка, можно добиться успеха в обучении и воспитании. Именно поэтому моя задача – сделать родителей активными участниками и помощниками, помогать семье в становлении и взрослении ребенка. Профессия учителя нелегка, но я ни разу не пожалела, что выбрала именно ее. В этой работе много трудностей, но суметь их преодолеть и увидеть потом результат своего труда – это доставляет мне радость. Закончив свое выступление, мне бы хотелось словами известного английского педагога Александра Нейла. Я не лидер и не хочу им быть. Моя награда не в похвалах, не в титулах, а просто в радости, которую мне доставляет работа, выполняемая мною и душой, и энергией. Мое самое заветное желание – всегда гордиться своими учениками. Да, я горжусь своими учениками и своими выпускниками. Вот, например, Емельянова Елена заняла первое место в муниципальном конкурсе «Замечательный вожатый». Спасибо за внимание.